Французская полиция сегодня вновь была поднята по тревоге. В парижском пригороде Монруш обнаружен поезд со взрывчаткой. Его подбросили в уличную урну. Специалисты связывают находку с терактами 13 ноября. Совпадает и тип взрывчатки, и отдельные элементы взрывного устройства. И, кстати, именно в Монруже, по данным полиции, находился в момент терактов главный подозреваемый в их организации Салах Абдеслам. Его сейчас ищут в Бельгии. Эта страна остается на осадном положении. В Брюсселе метро и школы откроются только завтра, но останутся под усиленной охраны. Власти по-прежнему призывают людей не выходить на улицу без крайней надобности. Меры безопасности повышены на границе Бельгии и Германии. Там полиция досматривает проезжающие автомобили, а также в аэропортах.